7 утра 40-летний водитель буханки двигался по Советскому проспекту в сторону администрации. По пешеходному переходу в это время шел 81-летний мужчина. Водитель УАЗика не заметил пешехода, хотя зебра была освещена. Пенсионер угодил под машину. От сильного удара он скончался на месте. Водителю теперь грозит до 5 лет лишения свободы. Эта авария для сотрудников ГИБДД стала последней каплей. Всех нарушителей ждут жесткие меры со стороны дорожных полицейских. Личный состав отдела ГИБДД переведен на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. Наряды ДПС передислоцированы, задействованы дополнительные наряды, выставляются на пешеходные переходы с целью оказания содействия пешеходам в безопасном переходе. В ГИБДД требуют соблюдать правила дорожного движения, пешеходам смотреть по сторонам, быть внимательными и носить одежду со световозвращающими вставками, а водителям перестать лихачить и притормаживать перед пешеходными переходами. А самое главное – помнить, что город маленький, и под колеса вашего авто могут попасть ваши же родные и близкие.